Сзади, Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass du deutsche Sprache besser verstehst und dich besser ausdrücken kannst. Bei mir lernst du Lexik zu verschiedenen Themen und Grammatik mit ganz einfachen Erklärungen und vielen Beispielen. Wir werden Alltagssituationen simulieren, damit du dich wohl im Ausland fühlen kannst. Einige Worte zu mir. Ich habe Germanistik an der Staatlichen Universität St. Petersburg studiert, danach habe ich mein zweites Bachelor in Musik und Medien an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf gemacht und später in verschiedenen Firmen Deutschlands gearbeitet. Ich habe ganz viel Erfahrung als Lehrerin für Fremdsprachen gesammelt und deshalb freue ich mich umso mehr, dir weiterhelfen zu können. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и я буду преподавать для вас немецкий язык. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вы лучше понимали немецкий и могли красиво выражать свои мысли. Со мной вы будете изучать лексику по различным темам и грамматику с очень простыми объяснениями и большим количеством примеров. Я подготовлю вас к самым важным языковым экзаменам. Мы будем моделировать повседневные ситуации, чтобы вы могли комфортно себя чувствовать за границей. Несколько слов обо мне. Я изучала немецкий язык и литературу в Санкт-Петербургском государственном университете, затем получила второе образование в области музыки и медиа в высшей школе музыки в городе Дюссельдорф, а затем работала в различных компаниях Германии. Я приобрела большой опыт в качестве преподавателя иностранных языков и поэтому еще больше рада возможности помочь вам.